Павлуша, ты расстроилась из-за косичек, да? Да. Зайчик, ну 3000 гривен это очень дорого. Это прям, знаешь, какая-то обдираловка. А можно косички? Ну так хочу. Ну давай заедем еще в одну точку. Помнишь, когда-то мы плели косички с каниколоном на день рождения? Да. Если там нормальные цены, то мы тебе сделаем. А если нет, то нет. Окей? Хорошо. Договорились. Так, девчонки, нам сюда. Вперед. Павла, ты маску одела? Да. Молодец. Павла, ты куда? Нам направо поворачивай. Сюда, сюда. Бабушка за нами что-то еле плетется. Маша, у тебя ноги болят? Да, ужас. Как ноги болят. Это на погоду. Павла, а куда они подевались? Они же раньше тут были. Слушай, а может они дальше? Давай еще дальше пройдем. А ну посмотри вот здесь за углом, вот там. Павла, кажется, тебе повезло. Вон они где, видишь, плетут. Павла, вон там девочки, беги скорее, пока не занято. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько у вас стоят афрокосички? 28 гривен. Павла, так это недорого. Мы с тобой заезжали вообще 3000 гривен. Так, тут не обдираловка, здесь мы будем делать косички. Садись быстрее, занимай. Ты какой хочешь цвет? Ну, бирюзовый. А какие у вас есть, покажите. Ух ты, какой выбор огромный. Вот это, вот эти будем плести? Да. Все, окей, договорились. А сколько по времени вообще это занимает? Полчасика и недолго. Представляешь, недорого? Ну да. Недолго нас все устраивает. Садись. Тут целый процесс. Это вы еще подлиннее их, да? Вот это каждую обрезаете. Слушайте, это ручной труд. А по времени, конечно, да, затратный. А это нитки, как раньше, мулине были, да? Бабушка говорит, это нитки мулине. Не, это какие-то другие нитки. Это для вязания. Для вязания. Тут, кстати, большой выбор каниколонов. Смотри, Павла, ты видела? И оранжевый есть, смотри, малиновый, ничего себе. А мы когда-то у вас заплетали, кстати, косички на день рождения, 6 марта. Круто. И выбор такой огромный. Ох ты, здесь даже есть косички, смотрите, можно на резиночки купить. Ничего себе. И всего лишь... А, 100 гривен. Это, я так понимаю, вот эта штучка. Но все равно красиво. Павла, тут такие красивые веночки. Слушай, можно и на день рождения купить, кому-нибудь подарить. Очень красивый. Блин, я бы себе такой купила. А эти косички на сухие волосы делаются? Угу. О, так мы еще мочить сейчас будем твои волосы, Павла. Зайка, какие у тебя красивые косички. Ну, ты довольна? Слушай, так прикольно. Павла, ты видела, как круто? Ух ты, как прикольно. Ничего ж себе. А быстро как-то. И быстро, да. Ребята, у нас такой шикарный результат. Смотрите.